Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Известная сваха Елена Толкачева в комментарии «Экспресс-газете» жестко прошлась по поведению балерины «Всея Руси». Женщина уверена, что артистка перешла все границы приличия. Недавно в сеть попал кадр со съемок клипа Никиты Джигурда и блогера Эламина на патриотическую песню «Делай красиво за нашу Россию». На нем музыкант подхватил Анастасию Волочкову и по привычке закружил. При этом артист прилюдно схватил блондинку за промежность. «Меня Волочкова не просто удивила в этот раз, она меня шокировала. Я посмотрела ее танец с Никитой Джигурдой, где она опять с раздвинутыми ногами на чужом мужчине. Мне показалось, что она была там вообще без трусов, в этом коротком платьишке. Весь вареник наружу. Они там кружатся, у нее все торчит». Люди смотрят в шоке, как бывшая балерина Большого театра может себя так вести, как может себя вести таким образом приличная девушка. Это уму непостижимо. Это отвратительно, врезала сваха знаменитости. Елена Толкачева напомнила, что еще недавно звезда пыталась соблазнить ее мужа. Также раздвигала перед ним ноги в моем присутствии. Он был в шоке, он приличный человек. Встал, отвернулся, ему было стыдно, а ей не было стыдно. А недавно она кричала, что выходит замуж, что у нее есть любимый мужчина, который сделал ей предложение. Какой нормальный мужчина будет находиться рядом с ней? Возмутилась сваха. Толкачева рада, что Волочкова ушла из Большого театра. Так ведут себя только падшие женщины. Позорище Российской Федерации. Хорошо, что ее выгнали из Большого театра, потому что она, наверное, точно так же вела себя там, заключила сваха. Ранее говорили о том, как прошли съемки клипа с балериной. Джигурда пригласил на съемку и свою новую любовницу, певицу Ирен Волынскую.